Друзья, приветствую вас, с вами канал Евразийского золотистого оборудования. Сегодня я вам хочу показать процесс обварки шнеков непосредственно на трубе. То есть у нас поступил заказ сделать на валу, наварить шнеки. И хочу вот показать именно качество наших сварных шнов и качество самых витков. Вот смотрите, стык после того, как мы на станке на нашем погнули, да, видите, вот он идеально ровный. То есть для сварщика, для нашего, такой стык варить мечта. И такое качество у нас из-за того, что у нас собственное профессиональное оборудование присутствует на нашем производстве. На нем мы изготавливаем эти шнеки. Идеально садится на трубу. То есть, когда мы шнек на трубу садим, у нас никаких внешних воздействий на них на него не происходит. То есть мы его не домкратим, мы как-то не поджимаем. Мы просто один раз его одели, обварили и все. Из-за этого не появляется какого-то натяжения в металле, да, если мы там что-то будем подгонять. Или какой-то зазор между самой реборкой шнека и трубой будет. То есть мы этого ничего не подгоняем. Соответственно, и шнек в эксплуатации будет себя вести по-другому, нежели если бы он изначально вышел каким-то кривым, да, если бы мы его гнули на каком-то самодельном прессе и надели на трубу, и что-то он там не садится, мы давай его поджимать, что делать. Естественно, такой шнек будет хуже работать в процессе эксплуатации. Наши шнеки качественно работают, потому что мы их изготавливаем на профессиональном оборудовании нашего производства. Вы сами можете убедиться, здесь стык увидели, на трубе сидит идеально. Ну и вот уже готовая продукция, которая сейчас и отправляться в наш. То есть здесь конструкция несложная, да, это просто труба и наваренный на него шнек. Шнек несложный, можем делать так, что, как всегда, под этим роликом будет ссылка в описании, где вы можете оставить заявку на шнек, либо на станок и приобрести нашу продукцию. Все, я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.